своем результате я 8 лет пользуюсь, или уже 9 приборами, и у меня всегда были слабые зубы. И лет 20 назад я поставила первый имплант. Но вот уже 9 лет я пользуюсь приборами. А здесь очень хорошие стоматологические категории, особенно в паразитарной категории, инфекции все, да, и энтомёбы. Короче говоря, когда я разобралась с этим прибором, со всеми программами, я 2 раза в году себе недели 3 выставляю комплекс по стоматологии. Я программирую сама, выставляю комплекс из паразитарной и из терапевтической категории стоматологической, и там все энтомёбы, гингивалисы, в общем, все. И вы знаете, когда я 1,5 года назад ставила себе с другой стороны имплант, я в очень хорошей клинике, уже более 20 лет в Киеве обслуживаюсь. И делая рентген, они там уже вначале делают, проверяют, все смотрят. Они удивились, как у меня тот первый имплант стоит. Нет, обычно же там что-то, какие-то проблемы у людей возникают. И я понимаю, что у людей возникают проблемы. И, безусловно, особенно мне обидно, подруга моей дочери, ну там 40 с лишним лет, она сейчас ставит себе имплант и прилетает из Испании. Я ей объясняю, что ты... И там у нее очень большие проблемы. Это ей обходится, она уже 1,5 года ставит, и там что-то лечит, восстанавливает. Я ей объясняю, что ты должна вначале... Вот удалить свои инфекции, убрать с помощью прибора, а потом ставь себе импланты, потому что через 3-5 лет у тебя возникнут проблемы. И врачи все время, и ставят мне новый имплант, и старый, удивляются. Нет, они делают рентген, никаких смещений, никаких воспалений, он у меня не выходил. И я хочу сказать, что вот все эти годы я практически перестала ходить к стоматологам. Но 2 раза в году я ставлю. Вот единственное, поставила имплант второй, с другой стороны, и все.